В хорошем праздничном настроении видновчане собрались теплым летним вечером 12 июня у кинотеатра «Искра», где состоялся концерт, посвященный Дню России. Для жителей и гостей города выступили творческие коллективы Ленинского района. Заиграли трубы, трубы барабай, что в наши головушки в курган не сложили. День России раньше, до 2002 года, имел название «День независимости России». Это один из самых молодых праздников в стране. Он все более приобретает патриотические черты и становится символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Сегодня 12 июня, День Российской Федерации. Это, так сказать, хороший, так сказать, праздник. Желаю всем счастья, здоровья, любви, чтобы наш город Видное процветал и всего самого наилучшего. Ну, День России – патриотический праздник. Мы любим свою страну, мы желаем ей процветания. Никаких, чтобы нас не тревожили нападки, в принципе, с других стран. Так, в принципе, любим, народ уважаем. Поздравляем всех с праздником. Всем желаем здоровья, счастья, успеха в труде, побольше денег иметь. Я видновчанка. Дочка у меня тоже здесь, внучата у меня тоже здесь родились. Всегда мы приходим здесь на праздник, всегда здесь красиво, культурно. Концерты у нас идут. Я хочу сказать, город наш Видный очень хороший, очень приятный. И приятно посидеть, посмотреть на всех людей, и на концерты, и на вас тоже. День России – это праздник, который отмечают с радостью. Песни поют и веселятся. Что могу пожелать? Ну, чтобы пускай расцветает. Радостно, чтобы все время было. Все хорошо, чтобы был мир и дружба. Желаем всей стране мира, добра и любви. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.